Шалфер это справа, да? Слева. Все, понял. Как заставить психовать хилов? Он сказал, никого нету нормального. Слава чекай, 86 тысяч хп. О. Я не спекнулся, распорядился. Я издеваюсь над хилами, опускаю свои хп. Ебать, фризануло. Быстрей! Старайтесь терять меньше здоровья. Уже пиздец. Все, за ней. А тучки можно надевать? Кстати, а тучки можно зайти? ШП в тучке, в тучке. Туча идет. Я можно чуть шаг назад сделать. Чтобы в другую уже не наступить. Кружки, стойте. Вот, ролды нормально стоит. Ебать. Просто паладин убивает всех один. Ненависть и ярость направляют ваши удары. Что два? Два. Ну, один по 20% снимает. Все щупальца будут, да? А той стороне. Мы идем, а не летаем, нахуй. Спидхаков в рейде нет. Надо телепортироваться, а не летать. Чтобы пополнить здравомыслие, можно зайти в зеленый луч большой по краям. Гнили кто-нибудь, да. Красный, сбегись, игра. От зеленый луч не попал. Заходим. Подойдите к щупальцу кто-нибудь. Поворачивайтесь, от черепов поворачивайтесь. Салат, паладин, беги. Щупальца кастует. Призана за хильте. Все, мозг идем бить. Вот.
Готов. Портал чуть-чуть подойдите. Уходим. Выходим. Быстрее уходите. Бля. Призана. Убейте Призана. Не бейрите. Не бейрите его. Транквилл дисконнект, Лингер дисконнект. Вы что? Походу без меня будете. Громовысли установите. Не заходит. В лучах зеленых. Заходим в комнату. Спиной. Спиной. Хильте. Ханта забейте. Хант сзади бежит. Убивает нас. Бейте ханта. Мозг долбим. Пять получается. Выходим. Зак Хан. Восстановите, идите. Здравомыслие. Кто будет в комнату ходить? Блинка, захильте. Войд соло бьет. Хуйню. Заходим. Заходим. Блять, хуёвая комната. Очень фиговая комната. Отворачивайтесь. Хамазек, ты где умираешь? Он зашел? Тупи. Побежим. Захилите. 46% мозга. Тут хилов нет вообще в комнате? Бьем, бьем, переводим, бьем. Переводим. Мы добьем. На скольки переходка? Сейчас переведем. Все. Все. Сейчас выкинет. Большое. Здравомыслие, да? Остановитесь еще. Ослабление снимите кто-нибудь большого. Все спиной стоят. Наверное, не надо раздавать. По варианте можно достичь БР, по идее. И по идее маг еще. Не вижу ник.
Че, кого бэрнуть? Если кому надо, это... Мага из третьей пати можешь бэрнуть. Восстановите он в зеленой херне, кому надо. Здравомыслие. Миральцу можешь бэрнуть. Видишь, слава, сдаваться нельзя. Не, ну если плюс 0, то нужен сильный рейд. Я в конце боя было 76 здравомыслия, и я не восстанавливал. Так что, может быть. Один осколок. Сколько уже осколков? Раз. Нет, с этого рейда. Два. Это только второй? Да. Сейчас солгало на третий будет. Ой, стойте, не рыльте. Вот так. Сейчас приглянем еще. Остановка вестибюль. Ушка. Может, кольчужник ранет кто-то? Не, что-то не пускает. Могу супер-мега втанчить. А какой-то из паладинов пойдет в хила. Ну так. Бить одну звезду, вторую, потом третью, четвертую. Я не был никогда здесь. Что там выиграл нагрудник? Литринг. Так. Миральца, держи дагер. Трансмок. Или чё, рольте? Шкаф, ебашьте. Стресс сидит, седых холма. Всё. Слава, ты когда себе новый процессор купишь? Блок, шкаф ставь. А куда тэпаться ещё раз? Вестибюль. Блядь. Или чё, рольте? А чё, напал он тебя не открывает? Вообще похую. Даже дверь открыта, но... Ну, на стресс он в седых холмах сидит. Хуяся, давай. О, спасибо. Серджо обиделся. Хорошо. Он меня первый обижал. Клоуном называл, говорит это. Хихи, пришел рейд, говорит. Он сильно обиделся. Ладно, не буду. Спасибо. Катрисия.
Ну, я на 23 траю. И я уебываю спать. Надеюсь, убьем с первого. Что там на фарм? Не могу пригласить. Пускай. Ебать, я жирный. Лёха. Ну что, еще раз проверь. А что, побежали, надо еще расслабляться, молить. Пока не хочет. То ебать, а бить что будет нахуй? Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа. Есть какой-то макрос с меткой. Кинь ему эту худилку. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Два дебила это сила. Я в прошлый раз, я же тебе говорил, я от двух созвездий умирал. 15 тысяч, и все, нет меня. У меня аж 20,5 всего. Это не выходит. Я релогнусь, пока патч поставил. Там больше ни у кого точно танка нет, она. У меня. Да, шалфер, ты будешь метку доставить? Да. Ну все, окей. Отрися, второй танк на боссе, да? Чего вы пока стоите? Дайте фул рипов. Что он там хватает? Пиздец тебе. Ебать, 87 300. Кончил. Можно тактику вкратце? Это я не понял, что за фигня. Thank you.
черные мобы. Не дырка, а отверстие. Но там же на суровом один танк остается. Слава, а почему так актуально рейд не закрываем? Типа ДД дамажит, хилы хили, танки танчат. У нас шан без маны. Тут. А что мне делать? Слышишь, если гражданник не знает, может я там подудешу? Чего не знает? Или ты был здесь? Был я здесь. Что гол-то? Я его фармил. Твой босс постоянно. Он глумится. Нелогичные. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от... Бран-бран-зун съебался. Сиди его немножко к краю. Вроде с краю держали этот раз. Метка бейте. Почему она спинилась? Она спадает. Почему? Ну там два хила уже есть. Не бейте. Все, разбиваем. Берегитесь. Хара. А созвездие. Берегитесь. Пора. Почему-то нас перекидывается, я не понимаю, почему метка. Да, с меткой хрита. Потом снова забежал. Это не зашли. Мы с тобой походу одновременно ставим метки. Ты зачем метки вообще ставишь? Потому что в прошлый раз ставил. Ну вот поэтому, блять, мы и взорвали две в начале, нахуй. Тебя никто не просил метки ставить.
Она 7 хилов, да, получается? Хилов? Дырки. 7 хилов. Чего? Ну, пятая пати. Ну, она на втором месте. И что-то там. Сейчас, сейчас не 29-я секунда, подожди. Нормально. Целка сидит. Мне по сферам играть или нет? Сейчас. А, ну что, ладно. Запомни. Ну она на меня агрил еще, кто-то из перепалки выжил, и я пытался убить. Я вышел и опять зашел. И уже там я не смог выйти. Берегитесь. После карты, блин. Ну, 4 килла еще.
Не убивайте, сейчас дует инвалид встанет. Все, добиваем. После кары звезду. Лидеринка прохи. Берегитесь. Боссы интересные. Прохильте, ёб. Руки одна. Гриси Бэр есть. Берегитесь. А он, блядь, встал под взрыв. Берегитесь. Забирай. Прикинь. 2%. 5 ким. 2. Я тут остановлюсь. Арбанара, сейчас рейснешь полидринк. Карка. Хил. 15%. Карбонара хили. Карбонара. 5 секунд до БР. 3. Призана можно. А, танчить. Как? Где? Я сдох. А ты в танке был? Да все, вы же должны уебать сейчас. Он умер. От календара. Я тебя считаю. Кара. Бэр шел никуда. Кара побольше. Вознес. 4%. У нас 7 хилов, не надо заходить. Блять, я умер, потому что мне некуда. Слава, все, убежал. Пиздец. Кто там, блядь, не сдох, а? Блядь. Ну вон, ну, стресс у нас сидит. Как от лестницы. Бля, я тут был один раз, вроде все поняли.
Я могу зайти на ДЦ поселить, если ты, ну, я хотел дохнуть с тобой. Я хоть турок нахуй, если они умирают, то их нет. Ну так я пройти доверю. Стресс сказал, что он после работы устал и не до рейдов. Реально, ну, вот no стресс. Он потом чешку не получит. Где Костя? Костя, ты тут? Чё? Я тебе подарки принёс сейчас. Умирают люди в основном от того, что падают метеориты. Просто от одного метеорита люди к другому перебегают, и их накрывает. По одному человеку отлетает. Вот и все. Хила хватает там, ну как бы все нормально. К стене отбегите, если там, ну, неудобно, и то меньше урон получите. Метки есть у вас, не знаю, на ванне, поставьте. Метки. И когда сфера вот появляется, смотрите, вот портал есть, смотрите, три портала стоит. Один закрывается, в другой сразу будьте готовы бежать, потому что они имеют такое свойство. Зашли в другой портал, не стойте на месте, бегите просто прямо, чтобы вас мобы не пинали. Все, нормально, вас перекидывает, вот и все. Больше тут ничего нету. Вам обратно не надо выходить, вас после взрыва самих... Да, я знаю, но надо отбежать с места. Если ты зашел, не надо стоять на месте и кастовать там что-то пытаться. Беги, беги ножками. Потому что к тебе подлетают эти мобы там, эти начинают тебя клевать. Это уже нехорошо. Вот, все, весь босс, блядь. А сколько стоков? Была или нет? Я чуть не... А Патрисия чё? Да сейчас убьём, это несложный. Это уже. Блять, контент нахуй. Просто... Просто, смотри, когда будет актуал, эти сферы вот будут накрывать сразу. То есть народ будет, вот, упали, отлетел один, упали, второй. Вот там надо именно учиться не ловить их, надо максимально отбегать, рейндж соблюдать. То есть, например, водить придется людей. Ну, например, ставишь РДДшника в пачку, падают все сферы туда, все бегут вправо, например. А не так, что по всей комнате все носятся туда-сюда. Леха не пускают? Это да. Ну, для людей много, 25 человек, картинки, касс там, блядь, лок начинает раскидывать свои зеленые хреновины, люди думают, блядь, у меня какое-то дерьмо летит вообще. Я по первой так и думал. Да что тут видно, блядь? Лёха. Запуливать? А какие шмотки будут падать, когда донжон выпустит? Уровень предмета. 77 в обычке и 284 в гере. Ну, сложный режим, если делать. Ну, вот, а если... Это там... в десятке. Ага. Это в десятке. В 25-ке 284, 290. Ну, первых четырех боссов-то точно можно закрывать. Тролл повис. Дукары, дукары, разбейте. На 3 секунды. Берегитесь. Ебать, разбей. Все, смотрите порталы, чтобы были готовы. Надо и порталы. Так, вопрос, на суровом танком прыгаю или не прыгал? Кара.
Танком же не прыгают. И бегите от места, где зашли. Ну, меня там убило. Внутри. Не бейте, не бейте, не бейте, не бейте. Я вижу. А, все хилы опять лежат. Сука. Алло. Кто? Хилить кто-нибудь будет? О. Может, попробуем? Там только хилы лежат. Кара. Ракшейн. Повернем. Призана там. БР есть. А, ну, так-то ревно снять работу. Так, друг инвалид. Друг инвалид закинься, там сферу лап может взорваться быстрее. Выбирай. Вот эту ХПшную. Хотел закинуть. Пошли, пошли. Так, теперь можно звезду ломать. Кого поднять? Есть БР. Захил. А там, наверное, после срова уже надо будет поднимать лучше. Да, после срова поднимешь призма. Карак. Стоп, Аркштейн. Нормально. Падай. Берегитесь. Да. Вот диплом БР есть. Давай меня, Карбонар, решай. Быстрее. Кто? Я поднял, поднял. Кто-то резнул. Поднял, все, где полидрим? Может, АПС резнуть? Типа тролл, да. Захильте. Забирай. Тролл, да. Кара. Суровый сейчас будет. 7 секунд. Я тут останусь. Я символ поставил. Кто-то останется, да? Я тут останусь. Привели. А чё нас не выкинуло? Всё, выкинь. Выкинуло. Хвостка метка. Арбалет. Дробяшка. О, из этой трени я ходил, ё-моё. Непостижимую даже для величайших умов. Роу. Надо осколков. Стой, кстати. Может быть, это ретриком нам потом... Ракшену дай на ретрика. Или хамазе. Хотя я кожу. Ничка нет, у меня есть. А, ну так. Не знаю, но там смог, может, кто-то заберет. Ну это улей в руке, чё? Ой. Что, все можно отпустить? А, кусок-то был? Нет? От волонера или не было? А, просто в тот раз кто-то говорил, что может быть такое, что ему выпадется. Это идем добивать, погибель.
КЗ, там такая пачка была, там не контроля ноль было.